Ну что, про коня, да? Да. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. 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 Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Ой, Дарья, дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет, его нет. Ай, да, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка мое, родники, дальних деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Будет добрым тот хлебороб, было всяко-всяко пройдет. Пой, золотая рожь, ой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен. С конем по полю вдвоем. Круто. Интересно, что получилось? Возьмите дальше. Да? Уважаемый, до метро едем, да? Да-да-да, до Щукинской. Садитесь. Пожалуйста, за проезд сразу передавайте. Нужно будет сдачи давать. Можете сразу, да? Как настроение? С кайф. Передайте, пожалуйста. Музыку любите, нет? Любим. Просто. Ага. Здравствуйте. До Щукинской едем? Едем. Ох, жена мне сегодня пирожков испекла. Да. Не против, если я покушу? Привет. Кстати, угощайтесь. Жена у меня мастерица. Хотите кто-нибудь, нет? Что, серьезно? Пирожки? Ну, да. Ну я попробую. Слушайте, я вас где-то видел. Не стесняйтесь. Давай еще водитель. Вкусный очень.
А сдача-то будет с 5000 у вас? С 5000 нет, сдачи не будет. На карточку переведете? Конечно. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого. Иисуса. Я же говорил, я первый раз сегодня за рулем. Ничего себе. Дед, я вас видел, нет? Нет. Не может быть такого. Я сегодня первый день работаю. Надеюсь, не последний, слушай. Первый раз в маршрутке. Не шутки. Мы ехали в маршрутке. Да. Шеф, до щуки доеду? Да. Да, мам. Да, мам, да кушай, да. Мама, не переживай. Все, мам, не переживай. Все, давай, я перезвоню. Мы сейчас на корпус. У нас тут такая веселая маршрутка. Не знаю, вам достанется, нет? Ну, с пирогами. Хотите пирожок? Бесплатный, наверное? Что ты ехал? Смотрите, у меня жена напекла. Что-то мне кажется, скучновато едем. Да, зачем мы без музыки-то едем? Сейчас я вам, чтобы было не страшно, включу музыку. Видите, как у меня плохо получается ездить. Сейчас хоть музычку для настроения, не бойтесь, все будет нормально, довезу. Надеюсь. Картошка, а у вас с кем? У меня с здесь капустой. Ну, я откушал у меня. Русского нет. Давайте что-нибудь непонятное, да. Я сейчас что-нибудь на русском вам включу. Давайте еще споем. Да? А мы уже приехали, метро Щукинское.
Ой, ждем вас большое. В голос. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Оставляйте отзывы в компанию Нормахор. Все, спасибо. Слушай, ну ты молодец, конечно, но вот не Киркоров, ну серьезно. Нет, не здорово, хорошо слушай. Спел, сделал, ну не Киркоров. Вот прям настроение поднялось. Буду учиться. Твои истории, твои мечты, все то, чем жизнь себе тешишь ты, твои иллюзии, твоя печаль, все это грустно и немного жаль. Немного жаль моей любви, немного жаль. Волшебница луна
на струнах из дождя. Вновь свой мотив сыграет. У мелодия нежно зазвучит вдали, чтобы и душа, и сердце вновь могли согреться. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Слався, Отечество! Сласть
Любимая! С праздником вас!